Камень природный от 18 рублей за тонну. Щебень из гравия и валунов. Песчано-гравийная смесь. Грунт. ООО «Дорожник». В Мозыре на улице Рыжкова 14 сентября водитель Рено Лагуна 2003 года рождения при выезде из прилегающей территории не уступил дорогу мотоциклисту, который двигался по главной. В результате этого произошло столкновение. Пострадал водитель мотоцикла Кавасаки 1998 года рождения. С переломами, гематомами, травмами он был госпитализирован. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.